пришли в отель в Ничаль-Ничанга на первой береговой. Эта пятерка называется Эвасан. Это одна из очень дорогих пятерок. В принципе, я понимаю, почему. Вот он, зона бассейна. Пойдемте, я вам покажу. Небольшой по правую руку магазинчик. А, это не магазинчик, это детская комната. Ну, я вот это сейчас бы вам рассказала. А вот тут магазинчик. Смотрите. Ой, какие тут милые вот эти вот белые лежаки такие. Ну, там барчик. И все, первая береговая линия. Даже есть пирс, кстати. По другую руку от ресепшена. Что у нас? Какая-то барная зона. Да, зона бара. И здесь у нас рядышком библиотека и интернет-кафе. Так, пойдемте послушаем про этот отель. Oh, it's small and one big. Ah, okay. Побольше. А, вот то, что мы с вами смотрели первое, это был ресторан. Смотрите, все какие. Короче, здесь завтраки. Влажные бунгальчики. Идем смотреть номер. На территории такая приятненькая. Я люблю такие аккуратные, ухоженные, ненавязчивые, я бы даже сказала. В отеле, кстати, все есть. Халаты, и сейфы, и тапочки. Сейчас мы посмотрим. Ну, цена на него космос. Мы посмотрели, конечно. Винперл дешевле. И это он работает только на завтраках. Сейчас посмотрим номера. Почему так? Ну, конечно, первая береговая подкупает. Но расположен, не скажу, что он там супер идеально как-то. Он в начале, Стивен Перл, он виден через реку, через море. Расположен не так уж идеально, он в начале Ничанга. Но здесь вся инфраструктура есть. Просто будем немножко проходиться. Минут 10. Теннис, джим, тренажерный зал. Ох, куда-то она нас завела, слушайте. Прям в самую-самую глушь. В какой-то самый уединенный номер мы идем. Это не номер, это спа. Окей. Это спа у нас. Поэтому дорогой. Город. Ты самый центр города или начало? Вот, это центр? Там долина. Да? Ну, ребят, я неправильно сказала, это центр оказывается. Вот что он такой дорогой. Это центр, это... Ну, я бы сказала, все-таки мы... Не суть, в общем. Это не доезжая... Не доезжая Галины. Нет, Голда. Галина дальше. Это мы на въезде вот через квартал Голд. Значит, мы все-таки правильно в начале города, не в центре мы. Ну, это же все равно инфраструктура есть, все есть. Какая да. разница, центр. Ох, какой бассейн.
Мечта. И все девочки сделали, когда мы подошли к бассейну. Слушайте, ну круто. Он такой панорамный. Вот так вот пригнись, Лера. Вот пригибаюсь. И смотри. Пригибаюсь. Черту найди. Да. Вот. Ой, не хочет он так. Вот. Вообще, это такие пальмы отражают. И здесь еще один у нас бар. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.